Эту машину человек купил себе. Он купил запчасти и обратился ко мне за помощью. Лонжерон сделан из стали, а стакан амортизатора из алюминия. Итак, машина уже у меня в мастерской со снятым двигателем. Ладно, начинаю ремонт. Устанавливаю машину на стапель и снимаю ненужные детали. Итак, машина на стапеле и разобрана. Теперь вытягиваю верхнюю часть лонжерона и затем сниму подвеску. Часть отрезал, чтобы легче было тянуть. Удаляю остальные поврежденные детали.
Итак, поврежденный металл удален. Теперь возьму нужные детали для замены. Теперь у меня есть нужные детали. Буду устанавливать, клеить, клепать, варить. Делаю измерения, если все хорошо, все креплю. После замеров и примерки подгоняю размеры. Итак, работа с металлом закончена. Теперь покрашу лонжерон.
Покрашенный лонжерон обрабатываю антикором. Устанавливаю детали переда. Моя работа закончена. На эту работу ушло 46 часов. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!